конце сентября 1941 года группа «Центр» нацистской Германии вплотную подошла к Москве. На поступах к столице были созданы три линии обороны. Две первых фашистам удалось прорвать, оставалась последняя у разъезда Дубосекова. Там против немцев была выставлена знаменитая 316-я панфиловская дивизия. В минувшую субботу в Оренбурге она обрела многомиллионное подкрепление. Представители Киргизии, Казахстана, России заявили каждый от своего народа: нас – миллионы панфиловцев. И дали старт одноименной акции. Именно из Оренбурга эстафета «Вахты памяти» пройдет по России и странам ближнего зарубежья. Не случайно сегодня мы эту акцию проводим вместе. Как и 70 лет назад, плечом к плечу, в одном строю торжественном, стоят россияне, жители Казахстана, Кыргызстана. Потому что так было всегда. После выступления официальных лиц, возложения цветов и показа художественных номеров началось главное действо. Вице-губернатор Оренбургской области передал штандарт Международной вахты памяти в Челябинск. 30 ноября эстафету передадут уже в Новосибирск. Как вы знаете, формировалась она дивизия и из казахов, и из киргизов, и из уральцев. Поэтому в Челябинской области там тоже было много людей. Мы постараемся найти, может быть, кого-нибудь из родственников погибших панфиловской дивизии, пригласить обязательно на мероприятие. Сколько оренбуржцев попали в знаменитую 316-ю дивизию, к сожалению, доподлинно неизвестно. Есть версии, что пропали без вести или погибли около 90 человек. В Оренбургском государственном архиве хранятся данные о Серафиме Костееве, участнике битвы за Москву. Сохранился его дневник, что большая редкость, но описывает в нем боец события уже 44-го года. Он не был уроженцем города Оренбурга, Чкалова. Он был с Белоруссии, но свою жизнь связал с Оренбургом уже после войны. Поводом для этой встречи представителей многих национальностей стало великое прошлое великой страны. Наши предки по-прежнему служат для сегодняшних поколений непререкаемым примером, утверждая, что сила в единстве. Анна Солодкина, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.